Добрый день. Вас интересует лечение ВСД или НСД? А может быть лечение депрессии? А может быть периодически, либо регулярно возникающие головные боли? Может быть лечение боли в области сердца и одышка при небольшой физической, либо эмоциональной нагрузке? А может быть вас интересует лечение гипертонической болезни? Или лечение синдрома хронической усталости? Либо утренняя лень не дает возможность полноценно работать и восстанавливаться? Я вас поздравляю, ничего этого у вас нет. У вас есть одна проблема – высокая вязкость крови. Когда кровь высокой вязкости, сердце не может при всем его желании закачивать кровь в рабочую зону, в капилляры для работы. Потому что там, где есть кровь, там есть работа. Куда кровь попасть не может, там нет работы. И все эти состояния, вышеперечисленные, они возникают из-за одного. В рабочую зону не попадает нужное количество крови с кислородом, питательными веществами. И не может там интенсивно совершаться обмен веществ. Сколько бы вы этого ни желали, какими бы путями вы это не стимулировали. Вам нужно одно, вам нужно изменить вязкость крови. Единственный орган, который способен восстанавливать густую кровь, возвращать ей первобытное нормальное состояние, это печень. Я опубликовал более 40 книг, одна из них, пожалуй, одна из самых любимых, что делать, если у вас есть печень. Печень – это биохимический, метаболический мозг вашего организма, от работы которого зависит обмен веществ, в принципе, и высокая работоспособность в частности. Поэтому пока печень обладает не теми свойствами, которыми вы хотите, кровь будет густой, и в системе режим труда и режим отдыха будет требоваться вам все более длительным для того, чтобы восстановить. Либо вы можете, восстановив работу печени, вернуть свой организм в то состояние, когда вы не знали, что такое усталость. Усталость возникала однократно, как это положено, к вечеру, и без следа исчезала к утру, вы были работоспособны. Если вам необходимо такое состояние, если вы хотите полноценно работать и полноценно отдыхать, жить долго и счастливо, то вы можете использовать одно. Вам нужно что сделать? Вам нужно восстановить нормальную работу печени. Ну, я занимаюсь печенью более 25 лет, поэтому если вам это необходимо, обращайтесь. Лечение заболеваний печени, а заодно всех вышеперечисленных заболеваний по методу доктора Скачко позволит вам выйти из замкнутого круга, из порочного круга и наслаждаться жизнью, а не ходить по кабинетам, поликлиникам и ходить лечение несуществующих у вас диагнозов.